В рамках проводимого на территории Оренбургской области профилактического мероприятия «Пристегни самое дорогое», которое продлится до 12 ноября 2013 года, ГИБДД города Орска сегодня организовала профилактический рейд, в ходе которого основное внимание инспекторов дорожно-патрульной службы будет уделяться соблюдению правил перевозки детей в транспортных средств водителями. Ребенок, почему не в кресле? Камера. Что за камера? Телевидение. Кресло есть, просто не успела его пристегнуть. Сейчас у нас на территории Оренбургской области проводится профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое». Вот особое внимание в этот период будет уделяться инспекторами дорожно-патрульной службы. Нарушают ли... Я пристегнут, просто я не успела. Я тут рядышком живу, поэтому я не успела. У меня есть кресло, могу показать, у меня на багажнике, я не успела. Статистика ДТП с участием детей-пассажиров очень тревожна. В области дети-пассажиры, пострадавшими в дорожно-транспортных происшествиях, становятся гораздо чаще, чем дети-пешеходы и велосипедисты. Так, за 9 месяцев текущего года произошло 252 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних детей, в которых 9 человек погибло и 274 получили травмы различной степени тяжести. Время и место проведения профилактического мероприятия мы выбрали сегодня не случайно.